Привет, с вами Frank Channels. И вот недавно я приобрел еще один геймпад 8 бит до Ultimate Bluetooth контроллер. Но также может как и. Давайте распакуем его. Есть док-станции, что радует. Обычно вот белая коробка. Приобрел, сказали, гарантия год. Провод Type-C USB. Уже пробовал заезжать. Он сам такой вот беленький. Были еще розовые, черные, я взял белый. Что один геймпад хорошо, а два лучше. Мало ли что с тем случится. Тоже он подключается как по блютузу. Что еще? Вот док-станция. Инструкция. Моток станции. Сзади до станции есть. Что-то есть там. А, там где-то этот переходник тут. 8 бит до. Ну, не будем доставать, наверное. Пока там. То есть он так ставится на зарядку и все вот. Инструкции. Как пользоваться им. Я уже потестировал в нескольких играх. Отлично справляется. Со Steam работает. Есть программа специальная. Ссылку в описании я добавлю. Аккумулятор емкость 1000. Время работы 22 часа. Время зарядки от 2 до 3 часов. Вот. Кнопка X. Unpad есть сзади. Она переключается. Сейчас бы тут стоит. Можно 2.4G поставить. Ну так он беленький. Есть вот эти клавиши, но я их это. Иногда что-то нажимаю. Кстати, они потом еще могут настраиваться. Я пока не настраивал. P1, P2. Вот такой геймпад. Можно потестировать его в играх. Вот на этот я флешечку ставил уже белую. Отлично. Беленький огонек. Значит, он готов к работе. Что, не настроен, что ли? Про контроллер стоит. А, я только сейчас его подключил. Надо тогда его заново перезапустить.
Значит, эта клавиша надо регулирована. Ну вот он все бегает, работает. Прыжок. Ну, то есть отклик у него отличный. Я не правда не знаю, сколько он составляет, но работает отлично. Поэтому, кто хочет, приобретайте такой джойстик. Всем пока.